Вітаємо вас, шановні глядачі телеканалу «Миколаїв». Ви дивитесь програму «Південні Лани». З вами журналіст Олександр Молодцов. Сьогодні ми будемо говорити про реалізацію українського проекту бізнес-розвитку плодовочівництва і в тому відношенні, як він реалізується на Миколаївщині. Минулого року у рамках реалізації цього проекту для південних аграріїв відбулися тренінги-семінари, спеціалізовані на території 4 південних областей України. І отож, давайте спочатку для розуміння кращої теми подивимося сюжет з Херсону, як це відбувалося у наших сусідів. Прошу сюжету. Плодово-овочевий сектор – один із перспективних в агробізнесі. Вирощування якісних овочів та ягід за умов правильної організації діяльності може бути не менш прибутковим, аніж вирощування зернових культур. У холі – виставка плодово-ягідної і овочевої продукції та міні-лабораторія. Фаховими тонкощами вирощування соковитих плодів ділилися агрономи, голови підприємств та науковці. Освітній проект для південних овочівників проводився інформаційною компанією «Інфоіндустрія» за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України в рамках українського проекту бізнес-розвитку плодово-овочівництва канадської асоціації «МЕДА». З огляду на те, що у 4 південних областях учасниках освітнього проекту загалом до 400 тисяч землекористувачів займаються вирощуванням плодово-овочевої продукції, можна говорити про актуальність цього заходу. Помагали фермери, мілкі, плодово-овочі, тільки плодово-овочі, по поводу всі питання, по поводу доступ хорошого ринку. І там, звісно, багато питань по поводу качества продукту, урожай, слияння, ну, консолідація для продажі, і куди, і які трейдери, і так далі. І це буде, в принципі, те ж саме. Сьогоднішнє событие показує ростучий інтерес фермерів і к проекту, і к нововведенням, які є, і к ситуації, яка улучшить їх бізнес-показателі. Радий вітати в нашій студії шановних гостей. Володимир Терновський, заступник менеджера українського проекту бізнес-розвитку плодовочівництва. Вітаю вас. Ірина Купрієвич, виконавчий директор фонду «Ласка». Тож ми поговоримо про реалізацію цього проекту на Миколаївщині. Отож, Володимир, до вас перше запитання. Що залишилося поза кадром? Цей проект, наскільки він корисний для фермерів і що він пропонує? Я считаю, что этот проект очень полезен для фермеров. Он на данный момент уже реализуется практически полтора года, и у нас уже есть свои результаты, свои достижения. Мы находим проблемы, которые необходимо решать, которые актуальны для производителей плодово-овощной продукции. На данный момент мы очень активно работаем с нашими представителями, которые находятся в областях, и наши представители и партнеры, как благотворительный фонд «Ласка», оказывают консультационную помощь производителям в плане, организовывают различные встречи, мероприятия, семинары, тренинги именно для производителей по актуальным вопросам, по тем, которым они запросили. Каждый день что-то появляется новое, и это что-то новое приносит им, я имею в виду им, это производителям, больше урожая, лучшее качество. То есть мы продолжаем работать в этом направлении. Які труднощі фермери мають зараз, з якими вони звертаються до організаторів цього проекту, от в чому можна дійсно допомогти? От в сюжеті прозвучало в такий момент перетворити це як бізнес, зробити це. От що гальмує розвиток цієї галузі плодовочівництва для того, щоб в плані бізнесу, як на цьому можна заробити? От що ви можете сказати? В плані бізнесу це прежде всего це ринки, високодоходні ринки. То есть у нас сейчас фермеры, наши производители, они выходят на те рынки, которые приносят им мало прибыли. Да? То есть люди, у которых по там, 2 гектара площади, то есть какие-то минимальные такие объемы, они выходят на местные рынки и продают продукцию там, в коробках, которых у них есть, да, там банановые коробки. И в принципе они не могут получить за это достаточную сумму денег. Есть другие варианты, это выходить на более высокодоходные, допустим. Сети супермаркетов работают, можно получить больше цену. Да? Идеальный вариант – это экспорт продукции. Но все эти конечная цепочка поставок в этой цепи, они требуют высокое качество продукции и определенный объем продукции. То, что мелкие товаропроизводители не могут предоставить. И одно из направлений работы нашего проекта – это организация формальных, неформальных групп производителей,
с целью, чтобы помочь им улучшить качество. Кооперация. Кооперация, да. То есть, это, то есть есть формальная, неформальная кооперация, мы можем так называть. Да. Чи передбачається в проєкті певна фінансова складова? От, наскільки я розумію, все-таки підтримка фінансова, кредитна, це була б дуже доречною, крім того, що ви даєте дуже широку теоретичну базу. От, як я, з цим питанням? Я з вами... С вами я полностью согласен. То есть это один из тех вопросов, которые нам постоянно задают производители. То есть говорят, да, рынок продукции, рынок материально-технических ресурсов, он сейчас довольно-таки обширен, и есть что купить, есть качественная продукция, средства защиты, семена, удобрения, капельное орошение, то есть какие-то новые технологии, они доступны на рынке. Но другой вопрос стоит в том, чтобы за какие средства, где взять деньги для того, чтобы приобрести эту продукцию. И особенно это касается мелких производителей, да, то есть вы можете сейчас пойти, грубо говоря, в магазин какой-нибудь, в известную сеть электроники и купить в рассрочку холодильник, телевизор, да, но у вас нет возможности, у производителя сельхозпродукции нет возможности пойти купить мини-трактор в такую же самую рассрочку, да, то есть они приходят и встречаются с таким вопросом, как кредиты. Кредиты сейчас очень дорогие, доходят до 30%. В банке, да, то есть если говорим о кредитном союзе, то это может доходить до 50%. И в то же самое время мелкому производителю ему даже не там, не там, то есть возможно в кредитном союзе под 50% ему дадут, да, но в банке навряд ли получит. И есть сейчас специалисты проекта, которые работают именно с различными кредитными институтами, которые... Мы прорабатываем такие ситуации, когда возможно было бы мелкому товаропроизводителю, мелкому и среднему товаропроизводителю прийти в какой-то определенный банк и взять, может быть, тот же самый кредит, займ, да, то есть не под такой высокий проект, просто чтобы они стали доступны. То есть это одно из тех направлений, которые мы разрабатываем. И второе направление у нас то же самое, в разработке сейчас находится программа встречных грантов. Встречные гранты направлены на то, чтобы поддерживать производителей, группу производителей, не какого-то конкретного производителя, а группу производителей. И направлено это опять-таки на улучшение качества продукции, на достижение определенных объемов консолидации продукции, чтобы можно было выйти в конечном итоге, как мы говорили в начале, на какой-то более высокодоходный рынок. И именно эта программа немножко сейчас, да, то есть именно эта программа, то есть здесь как, здесь фермер дает какую-то часть денег, да, и проект дает какую-то часть денег, и достигается определенная цель, может быть это хранилище какое-то, да, может быть это какая-то новая технология, которая направлена на улучшение производства продукции, которая будет распространена среди производителей, которые окружают этого более там, крупного фермера, который... Может себе позволить участвовать в этой программе встречных грантов. Знову ж таки, кооперація. Да, от ви торкнулись дуже актуального питання хранилища. Технології зберігання. Плодово-овочева продукція – це досить така специфічна продукція. Її дуже важко транспортувати в звичайних умовах, дуже важко тривалий час зберігати. Але ж овоче зберігання у нас не розвинене, принаймні, наскільки я знаю, у нас дуже мало якісних. От, в цьому випадку ви теж можете допомогти? Є міні-холодильники, наскільки я знаю, ці технології. Є, совершенно верно. І у нас дуже добре, ми по міні-холодильникам сработав предыдущий проект, який також називався український проект розвиття плодовощоводства, не бізнес, розвиття плодовощоводства. І одне із направлень, яке ми реалізовували, це були міні-холодильники із сендвіч-панелей, которые очень быстро собираются, разбираются в любом месте, подключаются к сети 220 вольт, то есть нет необходимости какие-то там документы на 380 делать. Да? И это были небольшие объемы, 5 тонн, вполне достаточно для ягодного бизнеса. То есть этот холодильник устанавливался в поле, подводилось электричество, и собирались ягоды, собирался определенный объем продукции, и этот уже объем продукции ехал уже, как мы говорили, на высокодоходные рынки, да, то есть реализовывался гораздо дороже, чем можно было просто возле дороги продать эту же самую ягоду, клубнику, малину. Цікава інформація, то ж тоді питання до вас, Ірино, яким чином рухається цей проект на Миколаївщині? Як миколаївські фермери дізнаються такі от цікаві подробиці? Ну, проект только пришел в Николаевскую область. Активно работать мы начали с сентября месяца. И я вам хочу сказать, что мы работаем
опираясь на очень большую поддержку нашей областной администрации, непосредственно Бонева Вячеслава Валентиновича, замгубернатора по этим вопросам. У нас очень мощная поддержка Департамента по агропромышленному развитию и ее руководителя Пескун Елены Витальевны. В наших партнерах, и мы также чувствуем это за своей спиной, наш аграрный университет и его специалистов, и их возможности. То есть мы стараемся привлечь ну, такие базовые, основные моменты. А кроме этого, для того, чтобы донести эту информацию, потому что, чтобы мы не говорили о том, что есть интернет, есть газеты, есть телевидение, однако там глубинки, все, да, не всегда есть интернет, не всегда есть возможность получить какую-то информацию, поэтому нашей основной целью было донести до глубинки, до каждого села, до каждого поселка. И здесь мы привлекли нашу центральную систему библиотек, то есть непосредственно библиотекарей, которые... У нас библиотека сейчас не только это книгохранилище и как бы чтение, да, это как информационные центры, культурные центры, они немножко меняют свой профиль. И вот именно библиотекари, в своих библиотеках, которые есть в каждом селе, провели эту информацию, презентацию нашего проекта, и которые продолжают, они проводили инфогодыны, инфохвылыны, и презентации, и круглые столы, и просто ходили по домам, рассказывали о нашем проекте, для того, чтобы люди узнали. И это дало свой результат. То есть у нас на сегодня, ну так, потенциально, будем говорить, да, это не совсем будут точные цифры, но около 3000 участников проекта уже есть, которые зареєструвались. Що дає реєстрація в цьому проєкті рядовому фермеру? Що він буде отримувати, які в нього будуть переваги? Ви знаєте, самое главное – это информация. То есть, потому что, опять же, расхожее такое, да, что мы все знаем, вы нам только дайте деньги, мы сделаем, или не мешайте нам. На самом деле, когда мы стали встречаться с людьми, пошла речь о другом. Нам не хватает информации, научите нас. Покажите нам, расскажите нам, потому что то, что мы знали и то, как мы делаем, уже не совсем работает. Посушлива у нас достаточно такая область, да. И есть певна специфика, так-так. Я бы хотел немножко добавить по поводу тех технологий, которые мы используем для того, чтобы распространять информацию. Дело в том, что при регистрации каждый клиент проекта, позвонив на наш номер телефона, да, или зарегистрировавшись через наших партнеров, у него берется базовая информация. Кто вы, откуда, что вы производите, в каких объемах. После этого это попадает в нашу систему, и мы уже знаем, какой район на чем сконцентрирован, какой район производит больше, допустим, тепличные овощи, кто открытый грунт, кто еще что-то. И уже ориентируясь на вот эти данные, мы целенаправленно можем помочь и нашим партнерам, и нашим фермерам, то есть организовать какие-то специфические мероприятия. То же самое люди нам звонят и задают вопросы на телефон горячей линии, и те же самые, мы записываем эти вопросы, и где видим большая концентрация вопросов одного профиля, тоже мы просим наших партнеров, чтобы они провели какое-то мероприятие именно в данном районе. То есть, в первую очередь, это информация. Люди собираются и получают именно доступ к новым технологиям. Ну, к новым технологиям выращивания. Не только новых, там много разных вопросов. То есть мы приглашаем конкретных специалистов, которые рассказывают. Кроме этого, это информация, это обучение, это консультация. Это вплоть до того, что наши специалисты могут выезжать непосредственно в то фермерское хозяйство или то объединение людей, которые собрались, да, в каком-то селе по какой-то потребности, например, обрезка деревьев, показать, как практически, рассказать, обменяться опытом. Это очень интересные программы, которые работают. И я вам хочу сказать, что вот мы провели 6 круглых столов уже в Николаевской области, в ряде районов, и смогли, в которых участвовало больше 300 человек. Это были представители власти, это были представители фермерских хозяйств, это были одноосебники. И у нас даже уже есть такой пакет определенных проблем, которые вот нужно решать непосредственно здесь, в Николаевской области. До речи, при помощи, дуже цікаво, якщо можна сейчас проводить. Скажу, и я думаю, при помощи проекта в первую очередь, потому что как бы все тут возможности у проекта. Но первое, что возникает буквально у всех, это все-таки необходимость консолидироваться. Такие объединения. Кооперация и по выращиванию, и по продаже. Ну, це, наскільки я розумію, це здешевлює виробництво, якщо робити це консолідовано, разом. Совершенно верно. І ще один такий немаловажний момент, то, що ні для кого, я думаю, не секрет, то, що зараз багато на ринку фальсифікатів. І діло в тому, що чим більше ви об'єм покупаєте,
сразу у непосредственно производителя того или иного, производителя химических там, средств, да, тем больше у вас шанс того, что вы купите качественную продукцию, и, то есть это реально та же самая продукция, которая заявлена на этикетке. Первое проблемное питание – это объединение. Второй вопрос – это юридические консультации. Потому что, к сожалению, не всегда мы знаем массу вопросов, связанных именно с землей, с тем же правом на землю, как это складывается сейчас. То есть это юридические и налоговые вопросы, которые тоже люди хотят знать, в них разбираться. Податковое законодательство у нас нещодавно изменилось. Поэтому возникает масса вопросов. Третий вопрос, когда люди хотят научиться писать бизнес-проекты и бизнес-планы. Потому что они готовы участвовать в каких-то грантах, в каких-то проектах, то есть они готовы подавать свои документы на рассмотрение в те же банки при условиях кредитования, но для этого нужно уметь писать бизнес-план, сформулировать его. Люди тоже хотят, и это тоже есть проблема. Есть не только проблема, есть и предложение. Я столкнулась с тем, что в Николаевской области вообще проблема с орошением, да? И в основном все говорят о капельном. Но теперь пошел вопрос не только о капельном орошении, а об аэрозольном. То есть, и продвинутый уровень. Совершенно верно, это более такой высокий уровень. Кроме того, возникают вопросы в Николаевской области, я просто знаю по Николаевской области только, да, и с теми, с кем я разговаривала. Хотелось бы вернуться, когда-то были станции защиты растений. Сейчас, к сожалению, Вони скасовані, и вот эта проблема возникает, и даже люди просят, может быть, мобильные можно эти станции сделать, когда специалисты могли переезжать и брать какие-то анализы по заболеваемости растений. Возникает вопрос о том, чтобы сделать прогноз заболеваемости растений в зависимости от погодных условий, как это происходит. Тоже есть проблема. Есть проблема с анализом грунта и почвы. То есть люди задают такие профессиональные вопросы, где это можно сделать, каким образом, кто может в этом помочь. Такие вопросы возникают. И интересный вопрос, когда у нас очень много фермеров или одноосипников, которые выращивают элитную продукцию. Перец там 370 грамм. Или клубника 150 грамм, я не знаю, может быть, больше. Я бачу цибулину диаметром. Ви бачили, да? Или виноград. И вот как эту продукцию сбывать? Что с ней? Потому что она, в общем-то, стоит недешево. То есть тоже такие вопросы. И приезжают люди, которые предлагают, причем с разных мест, один и тот же вопрос, овощехранилище. Овощехранилище, и чтобы это овощехранилище могло и продавать продукцию, и продвигать эту продукцию, то есть какие-то компании по продвижению сельхозпродукции. Но и самое замечательное в этом во всем, что когда задают такие вопросы, это не просто спрашивают, а вы мне скажите как, а говорят так, я готов в этом участвовать, я готов этому учиться, научите меня. Покажіть мені. Це, напевне, найбільш актуальний такий момент, щоб відповідати своїм вимогам часу. У мене є такий момент, не дивлячись на ці всі проблемні моменти, які ви проговорили, наскільки я спілкувався з нашими фермерами, і наскільки я спілкувався з агровиробниками, в принципі, ми вирощуємо хорошу, якісну продукцію. У нас, не дивлячись на це, земля нам допомагає, сонце допомагає, хоч і забагато. А чи є перспективи виходу нашої продукції на європейські ринки? Про це говорять від обласного до міністерського рівня, що ми можемо на цьому заробляти. От як ви думаєте, є у нас на Заході нас чекають? В принципі, на Заході ждуть качественную продукцію. Тобто, обов'язково неприємлемое, обов'язковим условием является то, що нужно производить туда, поставлять качественную продукцию. Есть определенные сертификаты, да, то есть там HACCP, Global Gap там, и так далее. То есть эта продукция должна пройти сертификацию прежде всего. И тогда она может поставляться на европейский рынок. Другой вопрос, это также вопрос квот. Дело в том, что вся Европа работает по квотам. У них есть определенное количество, то есть квотировано, сколько может быть ввезено из-за границы, допустим. Зерна, да, допустим, еще каких-то видов продукции. Квотирование тоже является очень важным вопросом, и, насколько я знаю, уже в 2016 году, уже начался 2016 год, Украина уже выбрала свои квоты по некоторым культурам, по некоторым направлениям. То есть больше, чем нам дозволено экспортировать, мы не сможем. Мы не сможем, да. То есть нужно брать качеством, потому что и качество, подтвержденное сертификатами, международными сертификатами. У нас уже работают в Украине специальные агентства, которые занимаются именно сертификацией продукции. И это все больше и больше актуальности набирает, потому что
рынок, на который наши производители были раньше ориентированы, который не требовал, то есть это российский рынок, не требовал сертификации такой, да, строгой, он закрылся. Теперь нужно искать другие выходы для реализации продукции. Сейчас смотрят на европейский рынок и на восточный рынок, на рынке Азии. То есть, в принципе, да, это возможно, но вместе с этим очень большой объем работы должен быть проделан для того, чтобы наша продукция вийшла на ці ринки. Тобто це і вирощування, і зберігання, і переробка, це все повинно відповідати повністю, всім сертифікатам. Повністю, повністю. Тобто там йде тут вирощування, які хімікати приміняєш, коли приміняєш, де кількість обробок. Да, совершенно количество обробок, на чем доехала продукция с поля до овощехранилища, как она хранится в овощехранилище, как она с овощехранилища поехала дальше на конечный рынок. Тобто то есть вся в Европе уже працює. Да, это вот вся цепочка, она должна быть проработана, и вся цепочка должна быть сертифицирована. Тогда да. Ну, наскільки я можу вже зараз передбачати, що, в принципі, нашим дрібним українським фермерам цей ланцюжок до кінця витримати, ну, нереально. Реально. Реально? Реально. 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 Дело в тому, що вже спілкуюсь зі спеціалістами, які займаються сертифікацією, один із варіантів, щоб пройти цей весь путь, це, опять-таки, кооперація. Ми від неї нікуди не уйдемо. Смысл в чем? В том, что в кооператив приезжает специалист по сертификации, делает выборку 10% от людей, которые входят в кооператив, и проверяет выборочно этих людей, как они придерживаются вот этих стандартов. Да? И потом дается сертификат на кооператив в целом. То есть все люди, которые входят в кооператив, они автоматически получают этот сертификат. Ну и дальше уже смотрим опять-таки по цепочке хранения, доставка, логистика и все остальное. То есть все это реально, но должна работа делаться. Наскільки ці технології, от ви ті ще проговорили, вони, наскільки вони дорогі в принципі для українського середнього фермера? Mm-hmm. Тобто вітчизняні аналоги є якісь, або ж ми повинні використовувати тільки європейські там засоби захисту? Як це коригується? Все йде по формулам. Тобто є якісь формули, хімічні з'єднання, да? Тобто можна обрабатувати яким-то. Тобто нет названня, нет прив'язки определенно к определенному производителю, що ми повинні там брати. Зрозуміло, є речовина. Да. Тобто є вещество, яке обрабатывается, є сроки, тобто все це нужно видержаться. Все це реально. Ну от ви працюєте з фермерами, а фермери не говорять, не обурюються, наприклад, та для чого мені ці всі моменти, я як збував там дві вантажівки. Прийде час, коли любой фермер столкнеться з проблемою сертифікації, і його конечним ринком буде відкритий ринок возле дороги, максимум, якщо він не буде цього робити. Тобто в конечному итоге, якщо раніше возили на переработку, теж не требували цих сертифікатів, то, наскільки я пам'ятаю, вроде бы как в конце 2017 года вся цепочка переработки должна быть сертифицирована. Это уже в Украине? Это будет в Украине уже. То есть уже постепенно вступают в действие вот эти законы сертификации. Я так разумею, это делается для того, чтобы подвищувати, ну, реальную якість продукции. Щоб... Совершенно верно. Але виходить, що у нас до цього продукция менш якісна, так? Хоча ми, в принципі, всі... Она качественная, но очень редко занимались вопросами сертификации. То есть не было необходимости. Рынок этого не требовал. То есть самый большой потребитель этого требовал, ну, в малых количествах. Ну, сейчас мы ориентируемся уже на другие рынки. Те рынки требуют. Это то, что называется конкуренция. Хочешь продавать далее, и выгоднее тебе треба відповідати тим стандартам. Ну, це дуже хороше твердження, треба, щоб всі його просто розуміли. З якими підприємствами цей проект співпрацює в Миколаївській області? Якого роду ця співпраця? В чому вона відображається? Ну, сейчас мы же только начали. Угу. Мы только начали. Сейчас мы работаем непосредственно с Ладамом. Вот. И наша работа заключается в том, что они нам предоставляют своих специалистов, практиков, с которыми мы выезжаем на семинары, на обучение. И вот сформировавши целевую аудиторию для себя, мы выезжаем буквально вот 2 марта, мы будем в Дорошовке, Вознесенский район, то есть непосредственно в селе, где будут специалисты Владама рассказывать и объяснять, как работать сейчас с почвой, вот перед началом. Самое основное, да. И то же самое будет в Бухском селе. И в Бухское едем. Это будет непосредственно представитель Владама, консультанты. Я бы еще хотел один такой момент добавить, то, что наш проект сотрудничает с центром обучения в Израиле, Машав. И у нас есть возможность пригласить специалистов из Израиля в Украину для того, чтобы они провели обучающие мероприятия для украинских производителей. То есть не секрет то, что Израиль – это камень и песок.
Половина Израиля – это пустыня. Это пустыня, да, да, совершенно верно. И, но дело в том, что там используются такие технологии, которые позволяют с одного квадратного метра получить урожайность больше в полтора, в два раза, чем по сравнению, чем в Украине. То есть у нас есть потенциал, есть куда расти, и в том числе мы будем пользоваться консультациями и специалистов из Израиля. Дякую за коментарі. Скажіть, будь ласка, якщо у наших глядачів виникнуть запитання, куди їм треба звернутися, щоб отримати більше інформації або, можливо, стати учасником проекту? За каким телефоном можно? У нас есть номер телефона горячей линии. Это номер, да, он на экране сейчас будет. Это номер 0800-500-184. Звонки со всех мобильных операторов бесплатные, то есть можно позвонить, зарегистрироваться в нашем проекте. И потом мы уже, этот человек попадает в базу данных, и мы передаем фонду «Ласки». Или же непосредственно в фонд «Ласки» обращаться. Мы находимся на улице Бузника, 5/1, комната 206. Мы там практически каждый день, за исключением, когда мы выезжаем непосредственно на какие-то мероприятия. Все, поэтому по любым вопросам, пожалуйста, обращайтесь. Что ж, дякую вам за коментарі. Час нашої програми вичерпано. Разом зі мною був Володимир Терновський, заступник менеджера українського проєкту бізнес-розвитку плодоовочівництва, а також Ірина Купрієвич, виконавчий директор фонду «Ласка». Дякую вам за бесіду. Шановні глядачі, до зустрічі в ефірі.